счастья вам, благополучия в новом году! Сегодня все мы собрались здесь, как одна большая дружная семья! И, конечно, дорогие друзья, как в большой семье всегда есть глава семьи. Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, Снегурочка. Привет, новогодняя столица Тула. Нет, это Тула город-герой. Это круто, это заслуженно, но мы еще новогодняя столица. Привет, новогодняя столица! Привет! Я хочу вас всех поздравить с наступившим Новым годом. Очень здорово, что мы все здесь с вами, в одной дружной большой семье, большой компании, встречаем этот замечательный праздник. Очень много детей. Мы счастливы. Конечно, есть что нам к чему стремиться, есть что делать для того, чтобы жизнь улучшалась. Но прежде чем я перейду к поздравлению, я бы хотел, чтобы вы все меня поддержали. Мы сегодня вспомнили о той трагедии, которая произошла в Магнитогорске. Погибли люди. И вся страна вместе с Тульской областью скорбит вместе с родными и близкими погибших. Мы желаем пострадавшим быстрее выздоравливать и становиться на ноги. И, как сказал президент в своем новогоднем обращении, Путин Владимир Владимирович, чужой беды в России не бывает. В знак солидарности с магнитогорцами, в знак общей скорби, давайте мы это сделаем, и я прошу меня поддержать. Мы зажгем фонарики на наших телефонах и поднимем их вверх. Поддержите меня. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше неравнодушие. Дорогие тулики, дорогие гости, которые здесь находятся, я уверен, их здесь сегодня очень много, я поздравляю вас с Новым годом. Я желаю вам здоровья, вашим родным, вашим близким, самое главное, нашим детям. Я желаю, чтобы у нас с вами все получалось, и мы все делали для того, чтобы мы были одной из самых удачных, успешных регионов нашей великой России. И мы это будем делать вместе с вами. Будьте счастливы, будьте здоровыми. Мира всем и благополучия. С Новым годом! Ура! 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 Спасибо вам большое. Счастья вам и радости. Ну а мы будем стараться, чтобы это все было. Поздравляю вас. Отдаю бразды правления Деду Морозу и Снегурочку. От Деда Мороза тоже много зависит. Мы сегодня все исполнили... Спасибо! Спасибо! Ну, после того, что вы сейчас сделали, значит, я понимаю, что... Значит, мне с первого числа надо еще сильнее включаться в работу, заставлять своих заместителей, министров и жестче с них требовать. Поэтому спасибо вам большое за поддержку. Я вас люблю, и мы все будем делать для того, чтобы Тула и Тульская область была самой лучшей областью в России. С праздником, друзья! Спасибо вам!